Налоговики приглашают граждан узнать все про имущественные налоги. В пятницу и субботу в Рассказовской налоговой инспекции пройдет день открытых дверей. Придя в эти дни в налоговый орган, все физические лица смогут получить консультации по единому налоговому уведомлению, которое они получили, по уплате имущественных налогов, в том числе по тем льготам, которые установлены решениями местных органов власти. И как бы сотрудники налоговых органов ответят, так сказать, на все интересующие вопросы достаточно качественно и оперативно. День открытых дверей по вопросам имущественного налогообложения – это вторая по счету открытая акция для жителей города и района. Общаться с населением инспекторы будут в операционном зале с 9 утра до 8 вечера в пятницу и с 9 утра до 4 дня в субботу. Налоговики проводят день открытых дверей для того, чтобы у жителей была возможность оперативно и бесконфликтно решить все вопросы, связанные с налогообложением. С началом рассылки уведомлений об уплате 3 имущественных налогов их в налоговый орган начало поступать очень много. К нам сейчас стали поступать заявления от физических лиц, которые, получив наше налоговое уведомление, значит, пишут нам, что уведомление никем не подписано, отсутствует печать. Вот хотелось бы обратить на это внимание особое, что новой формы, утвержденной Федеральной налоговой службой, ни печать, ни подпись сотрудника инспекции не предусмотрена в налоговом уведомлении. Поэтому они как бы на сегодняшний момент там и отсутствуют. В течение 2 дней задать свой вопрос налоговым инспекторам граждане смогут по телефонам горячей линии 29 8 42 и 24 8 74.